А чё оно закрыто? Ну чё, я же снимаю видео. Вот они всегда дурачатся, как камеру включаю, сразу начинают стесняться. Я никогда не видела, чтобы здесь была очередь, такая длинная очередь. Это что-то с чем-то. Что значит, каникулы начались. Одни семьи с детьми. У тебя такая большая сумка и не поместилась. Собринка свою сумочку Баруху пихает. Всегда перепроверяйте свои билеты за несколько дней заранее. Наши билеты в этот раз впервые за долгое время купил Саша. Обычно я всегда сама покупаю билеты. И вот, понадеялась на Сашу, называется. Я не знаю, как он выбрал. В общем, показывает, что места не выбраны. А я всегда заранее, загодя выбираю места, чтобы Сабринка точно со мной сидела, да, а не с каким-то там толстым извращенцем. В итоге мест нету. Тикеты, билеты распечатаны, на билетах время не обновлено. Говорят, что на час перенесли, позже будет вылет. И гейт, на котором должна быть посадка, сейчас другой самолет стоит. 14. То есть даже поговорить не с кем, нету той фирмы, той авиалинии, которой мы летим, Spirit. Сейчас там Frontier. В общем, вообще с утра у меня нервы, я не знаю, какое у нас сиденье будет, это просто что-то. А, да, там, кстати, была опция выбрать сиденье, но только на Exit'е. А на Exit'е можно, оказывается, только старше 15, то есть дети прилетают. И поэтому не ясно с сиденьями вообще, выбрать я могла только себе. В общем, нервы сделаны, и вот, как говорится, учись на очередных ошибках, Моника. Надо всегда самим выбирать билеты и быть спокойным. Сейчас я вообще такой, знаете, чуть-чуть контрол-фрик. У меня все должно быть по порядку, по плану. Вот по плану. У меня всегда все должно быть по плану. А тут, когда все по плану вроде бы, да, но кто-то другой вмешался, и вот так вот в результате. Саша кричит, говорит, что он выбрал, купил места, но по факту вот мест нету, не выбраны места. Нужно подойти в гейт и там спросить. В общем, такая вот проблема. В общем, зря я Сашу ругала. В итоге оказалось, у них какая-то ошибка произошла, распечатали они неправильно и онлайн неправильно показывали, а вот они сейчас мне дали билеты, на которых вот места выбраны. Вот 20A, он говорил 23, он, видно, 20 ряд выбрал. В общем, все нормально, слава богу. Но да, с задержкой на час. Сабрина, возьми. Вот за такой кусочек кекса $4. Цены в аэропорте. А. Ну да, вот Marble Bread, $4. Ты хочешь этот? Точно? За вот такую вот маленькую, да, за маленькую чашечку, вот такой стаканчик маленький, за $7 фрукты. Это что, просто дыни там и ананас, да? Не пойму. Что хочешь, это возьмешь? Красивая собачка. Thank you. Где Сабринка? Идемте.
back. Who's back? The shuttle. It's right there. Oh, не, не успеем. Sure we will. No. We got this. Нет, оно быстро уезжает. Дети говорят, вон шаттл приехал, надо быстро пойти, но не успеем. Марок, он долго не стоит, мы не успеем даже добежать. Господи, ты издеваешься? Пока наверх залезешь, ты ничего, они каждые 6 минут, по-моему, ездят. Yeah, it goes every 6 minutes, I think. Марок. Ой. Все, он уехал, не успеем. Да они каждые 6 минут едут, Марок, не переживай. Маленькие домики вот для бездомных, а остальные вот эти, да, вон там они. Ага, видишь? Так ужасно воняет. Травку накурили тут. Не говори. Не говори. Добро пожаловать в Окленд, Варушка. Здесь это норма. Сейчас Абринка довольная, как слон, торт получила. I love it. Вчера Кинешка нам вот в этом казанчике передала плов. И вот как у нас по-узбекски возвращают тарелки, да, посуду. Никогда нельзя пустой возвращать. И вот я сегодня испекла хлебушек на закваске. Такой получился. Как раз он маленький получился, поместился в казанчик. Вот так вот сейчас пойдем возвращать. Кастрюлю называется. То же самое.
Это которая в прошлый раз она туда побежала. Она в том комплексе живет, наверное, кошечка. So да, бенгал. С мамой пришли шопинг делать. Саур-крим надо взять. Сметана. Вот это на скидке 4,49. Тут 600 грамм. Вот этот беру всегда, Дейзи. Мама его больше всех любит. Срок хороший. Уже молоко взяла. Вон, дожили. Кофе Нескафе убрали под ключ, под замок. Стоит вот такая баночка 11, вот это 12. Дурдом. Это 8. Вот они, плоды шринкфляции. Вот такие маленькие пачки продают теперь. Это мука 907 грамм. Раньше самая маленькая вот эта была. Нет, где? Сейчас ее тут нету. Вот, вот это была самая маленькая. Вот этот бренд, он самый маленький вот такой был. 2.26 кг. Вот такая вот шринкфляция. И то вот это за 907 грамм стоит 4,49. Мне нужна цельнозерновая мука. О, вот это тоже шринкфляция, этот бренд. Вот самая маленькая пачка вот этого бренда была. Где она? Ну, вот это, да. Сколько тут? 2 килограмма. Точка 28. Теперь вот такие вот 907 грамм. Ну, меньше, чем этой пачки, я не вижу цельнозерновой муки. И вот этот бренд мне нравится. King Arthur. 2 килограмма, точка 27 за 8 долларов сегодня на скидке. Было 9,49. Абрикосы. 4 доллара за фунт. Я еще в том году не ела. Не знаю, если они еще кислые или сладкие. За 2 пучка за 3 по доллар 50. Васик, вот этот пучок. Лук. Так много не надо. Вот этот, наверное, возьму. Что-то он плохой. То ли поштучно взять. Или этот взять. Что-то он нехорошо выглядит. Килограмм точка 36 за 5 долларов. Базилик нашла. Вот такой маленький возьму. Ой, какой он плохой. Прям с корнями. Такой голубика 7 долларов за коробочку. В коробочке 312 грамм. Вот эту крупную мама любит. Возьму. О, какая огромная. Блубери. А вот еще одна шринкфляция. Маленькая. Вот еще. Видите? Рядышком. А вот тут для смузи возьму. Мама с детьми будут пить. Сколько? 5 долларов. 340 грамм. Это замороженные ягоды. Тут клубника, ежевика, голубика и малина. Вот в БР, я не знаю, почему такие цены. 89 центов за фунт бананы. И это даже не органическое. Органическое будет
сколько? Где органическая? Вот, 99 центов за фунт. Загрузились, закупились немножко. Сабринка. И идем домой. Такой вот у нас сегодня ужин. У нас Пигоди. Барушка Пигоди не ест, поэтому у него рис с мясом, там с подливкой, с луком. У меня вот нут с рисом. Сабринка с мамой будут есть Пигоди с салатиком. У нас тут тоже что-то плохо видно. Мама там капельку, маме там капельку мяса тоже положили, она много не хочет. Вкусно? Ой. Ну-ка, покажи внутри. Yummy. Они такие темные, потому что я добавила цельнозерновую муку. Они прям как мы. Такой вот хлебушек получился на закваске. Я вчера его испекла с теста, которое позавчера сделала. Один вот съели мы его почти. И второе тесто оставалось и испекла его сегодня. То есть на третий день, да, считай. И вроде нормально поднялся. А то обычно он оседал, скисал. Ну так вроде тоже хорошо. И что я еще заметила, вот дети тоже говорят, что здесь, в Сан-Франциско, хлеб вкуснее на закваске. Я тоже заметила. Здесь просто другая вода. Вот климат тоже имеет роль. Ну и, конечно, качество воды тоже, да. В общем, вот сейчас я его понесу. Это для Кинаишки я сделала. Вот такой вот он красивенький. Вот такой вот. Ну, разрезать я его не буду. Ну вот, в разрезе покажу. Это не он, я не его. Вот, который вчера приготовила в разрезе. Тоже вот такой. Это Сабринка там, по-моему, нарезала. Не знаю. Вот так вот выглядит. Хорошо пропекся. Корочка такая вкусная. В общем, класс. И такой легкий. Он большой получился вчера. Высокий. Пришли в огород к маме. У них тут комплекс есть. Вот то, что мы в магазине покупали, вот этот вот базилик. Ой, как у мамы тут помидоры разрослись. Помните, они такие маленькие были? Вот такой вот. Ой, росточек был. Рассада. Вот сюда посажу базилик, чтобы он тут рос.
У меня нету ни инструментов, все там наверху осталось. Я прям так с перчаткой, руками, что уж поделать-то. Ветер такой сильный. Главное, мы сегодня были в Окленде, а это недалеко, 15 минут езды, или 10 даже. По автобану минут 10, без пробок. И там вообще жара была, солнце. Сюда приехали, мама говорит, целый день. Облака, холодно. Сейчас. Так. И обратно. Ой, что тут за пластик? Чуть-чуть подвяли, вот эти они уже были такие. Может, они придут в себя? Не знаю. Сейчас полью. Сразу полью все. Вон они, плантации. Надо тут порядок привести, все так заросло. Ой, какой ветер, все улетает. Вот так вот, да, я рассказывала раньше в старых влогах. Вот такой вот кусочек, это ее грядка, огород. Здесь непонятно, что растет. Клевер, то не клевер. Надо в порядок привести. Вот тут у соседей, тут все растет. Тут всякая-всякая вкусняшка растет. Вот хотела показать вам, как тут люди, видите, с большим энтузиазмом все сажают, растят. Вот тут другое цветочек растет. И тут вот клубничка у нее растет, да? Как тут красиво, цветочки очень красивые. Just like me. Да, вот тут тоже шалфей или не знаю какой цветочек посадили с розами. Тут все уже отцвело, поэтому вот так вот грустно выглядит. Надо их подстричь. Вот еще такие цветочки тут есть. Они как тут разломали, до сих пор не починили. Еще в прошлый раз, 2 месяца назад, они это все расфигачили. Закрывай, Сабринка. Давай, открывай, Сабринка. Давай, Сабрин. Молодец, Сабрин, спасибо, что бы мы без тебя делали, а? Что происходит, когда все разную еду едят? Никто не договорится. У Варушки паста. Я из остатков теста решила пирожки с картошкой сделать, салатик, вот подливка. Сабрина с мамой финтозу хотят, вот поджарила подливку. Так что вот так. Огромная махина. С ума сойти можно. Вот он.
дороге быстро шопинг сделали. Завтра уже улетать. Так, да. Так, на ужин. Это маме блубери взяла. Три пачки. Черешню ей в первое время. Да, масло сейчас буду жарить. Закончилось это детям сладости. Так, баклажан. Хочу поджарку какую-нибудь сделать. Сливы маме. Что у нас тут еще? Ну, пока две штучки апельсин. Потом она будет делать базар. Это две картошки, чтобы сейчас детям пожарить. Тут один перец вот для поджарки, который делаю сай. Вот такой вот маленький мини-шопинг был. Сейчас буду готовить быстро. Уже поздно, пока туда-сюда возились из Сан-Франциско приехали. Себе накладывает все на свой... Не знаю, почему она про свиньи поет. В общем, у меня дети и мама, они всегда как камера включается, они вот такие вот. Так что не говорите мне, что все на камеру играют. Мама себе бутерброд делает. У меня бутерброд с кофе, как всегда. У мамы ягоды, лекарства, творог и теплая вода. Так что приятного нам аппетита. Надо сейчас быстро покушать и уже собираться в дорогу. Чин-чин. А что у нас? Мы чокаемся бутербродами. В общем, без приключений у нас не обошлось в этот раз. Мы когда ехали, застряли, в общем, поезд застрял в метро долго, где-то полчаса. В общем, мы успешно опоздали на свой рейс. Да, и в итоге, хорошо, у них на сегодня еще были билеты, пришлось купить новые. Да, должны были мы в час улететь, теперь улетим в 5. Так что мы бы могли, конечно, в другой день, но нам надо срочно, потому что Саша уже
улетел, наверное. Он сегодня утром должен был улететь из LA. То есть Бэбичка и Лиза там одни дома. Оставлять кошек долго нельзя. Ну да. А то мы никого не предупредили. Никого у нас в Тимикуле нету, чтобы посмотреть за кошками. В общем, вот так вот как-нибудь доберемся. А, летим мы, кстати, не туда, куда мы собирались, в Orange County, куда он билет покупал. А купили билет в LA, ну, в Бурбанк. Это в Лос-Анджелесе где-то. В общем, вот такие вот пироги, приключения. Первый раз в жизни мы все-таки опоздали. Надо на 3 часа раньше выходить теперь. Прям, чтобы, как говорится, перебдеть, чем не добдеть. Вот мы не добдели, как говорится. Ну да. Угу. Ну да. Учимся на ошибках. Магазинчики аэропорта. Такие сумочки классные. Вот это вот $30 стоит. Что вы еще взяли? Ты что взяла? Вспотела так. Жарко тебе? Она себе фраппучино взяла. А что поесть? Ничего не взяла себе? А что она себе покушать ничего не взяла? Что значит лишние часы и просидеть в аэропорте? Сабрина, ты уже который раз, третий раз ходила, купила себе что-то. Thank you.
Заказала. Uber ждем. Здесь в Бурбанке вот такой вот аэропорт. И жарко, главное, здесь. It's very cool here. А мне жарко. No, I meant it's cool, like, awesome. Вот это наше, нет? Это Toyota Prius? Нет. They tell me I look good. They tell me I look good.